На этой фотографии моя бабушка, Шарамкина Валентина Ивановна, капитан медицинской службы. Во время войны она была командиром медико-санитарной роты 23-го гвардейского стрелкового полка, прославленной 8-й гвардейской панфиловской дивизии. Моя бабушка родилась 25 января 1922 года в селе Молчаново Томской области. После 10 класса она поступила в Томский государственный медицинский институт. В 1944 году дипломированный врач-хирург был призван в Красную армию и направлен на 2-й Прибалтийский фронт. Принимала участие в боях по освобождению Латвии и Эстонии от фашистов. За боевые заслуги, за спасение тысяч жизней и проведение операций в полевых условиях до конца войны моя бабушка была награждена орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны. Бабушка закончила войну в Эстонии в районе Манзунского архипелага. И после войны, демобилизовавшись в 1946 году, она еще долгое время работала врачом-хирургом 141-го военно-морского госпиталя. 60 лет назад они с семьей и с моим дедом переехали в Калининградскую область. И бабушка работала врачом-хирургом 40-й военно-морской поликлиники, потом врачом-экспертом врачебной комиссии. О своей бабушке я рассказываю на этом месте не случайно, потому что этот памятник установлен рядом с Балтийским военно-морским институтом имени Ушакова, а моя бабушка закончила свою трудовую деятельность именно в должности начальника медпункта и лазарета этого училища. В 1977 году приказом адмирала Балтийского флота ей было присвоено звание ветеран труда. Выйдя на пенсию, она принимала активное участие в деятельности калининградских ветеранских организаций. В 1985 году получила 2-й орден Отечественная война. Умерла моя бабушка в июне 2018 года в Калининграде на 97-м году жизни.